Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и закончились трансляции Blitz Summer Cup. Каждый из нас собрал себе что-то, кто-то собрал себе одну машину, если сильно повезло, кому-то не повезло и, скорее всего, вам разбили ваши части сертификатов до неполных двух тачек. В моем случае все прозаично просто. На одном аккаунте у меня получилось вчера забрать 8 ключей и на основе 8 ключей получилось забрать. На остальных аккаунтах, к сожалению, не было возможности посмотреть трансляции. На данном аккаунте я собрал себе части сертификатов на одну машину, на вторую машину, но ни та, ни другая на данном конкретно аккаунте меня не интересует. Меня интересует, чтобы на этом аккаунте мне выпал Титан. Все остальное мне мало интересно. Хотя есть вероятность, что я как раз соберу себе здесь Йоха. И меня это немножко расстраивает, потому что на основе у меня дела совсем бедовые. Но к этому вопросу вернемся чуть позже. Давайте откроем здесь контейнеры, которые есть. Скорее всего, Йоха собрать у меня получится. Или Йоу, как его там правильно называть. Короче говоря, М4. Ну что, давайте пробуем. Открываем контейнеры, смотрим, что оттуда выпадет. Я лично держу пальцы крестиком за Титана. Ну а, к сожалению, выпадает на Шкоду. Лучше бы выпадало на Шкоду мне на моем основном аккаунте, там, где, в принципе, я хотел бы ее себе собрать. Пожалуйста, еще одна Шкода. Ну, давай. Ну окей, хорошо, мне там големы в принципе не хватает. Если 4 контейнера открою и будет на М-ку, то тогда, соответственно, М-ку я себе заберу. Но нет, мне почему-то кажется, что все-таки система чувствует, каких сертификатов у меня больше. И, соответственно, на тот танк, на который у меня меньшее количество сертификатов, мне как раз и выпадает 2. Смотрим, что у нас дальше. Ну, опять на Шкоду. Причем на аккаунте у меня на Шкоду прям совсем мало было сертификатов, а точнее их частей. Итак, закончились контейнеры. Давайте будем теперь смотреть на результаты. Результаты удручающие. Прям совсем. Титана я не достал. Но хорошо, Титана не достал, бог с ним. Титан у меня есть на основном аккаунте. Но как выпадали сертификаты? Части сертификата выпадали таким образом, что на М4 мне упало всего 2. Хотя было бы неплохо, чтобы упало чуть больше. И таким образом у меня получается 77 ненужных мне абсолютно частей на эту машину. И мало ли, может быть, вдруг когда-нибудь я все-таки дособеру ее. Хотя очень сильно в этом сомневаюсь. И что самое парадоксальное, что на Шкоду у меня по сертификатам была совсем голема, и вот как раз на нее мне, зараза, и падало все. Ладно, здесь пооткрывали, мало было интересного конкретно на этом аккаунте, меня больше беспокоит мой основной, куда мы с вами, кстати, ребята, и отправляемся. Ну что ж, друзья мои, мой основной аккаунт, и, как я говорил, здесь у меня ситуация более плачевная. Сейчас объясню почему. У меня есть 8 ключей, к сожалению, большее количество ключей я собрать не смог. Что касается сертификатов, я открывал ранее контейнеры, и я бы не сказал, что я приблизился к какой-то из машин, которые можно собрать. Если мне выпадет Титан, окей, хорошо, я получу компенсацию голдой, но мне все-таки хотелось бы пополнить свою коллекцию танков и забрать что-нибудь из этого события в виде тяжелого танка, а не огромного тяжелого осадка на душе. Что у меня получается? Обратите внимание, что на М4 у меня всего лишь 14 частей и не хватает целых 86. И понятное дело, что со своих 8 ключей я его не заберу. Что касается Шкоды, здесь не хватает 44 части, и это, ребят, 7 контов необходимо открыть. Если я открою 6 контейнеров, из которых выпадет Шкода, и на этом, в принципе, счастье закончится, то, соответственно, я не заберу Шкоду. Таким образом, получается, что из 8 ключей мне должно выпасть на М-ку всего лишь один раз, и все 7 раз должно упасть на Шкоду. Я не верю в это абсолютно. Я уверен, что ничего с этого не получится, и я уверен, что изначально система сама понимает, каких частей сертификатов у вас больше, и, соответственно, меньше туда дает вам выпадение соответствующих частей сертификата. Но это мое предположение, считайте меня сторонником теории заговора, но я об этом говорил изначально, когда только стартовало событие, и я посчитал количество частей сертификатов, которые вы сможете получить, и сказал, что скорее всего будет вам падать пропорционально, так чтобы вы не дособрали ни одну, ни вторую машину. Ну и только малое количество игроков все-таки тачку себе какую-то соберет. Шкода. Уже хорошо. Первая часть сертификата на Шкоду. Здесь сейчас на М-ку, это первый промах. Сейчас, если вот с каждым открытием, первая же М-ка падает, и дальнейшее открытие не имеет смысла вообще никакого. Шкода.
Если сейчас падает эмка, я начинаю просто рыдать, плакать. Ну вот, пожалуйста. Все. Дальнейшее открытие контейнеров, они, в принципе, для меня уже не имеют абсолютно никакого значения. На Титана шансы выпадения такие, что... Ну, навряд ли. Навряд ли он выпадет. Ну, а что касается того, чтобы собрать какую-то машину, то понятное дело, что я ничего не собираю. Докупить, к сожалению, ребят, ключи мы не можем. Может быть, разработчики жалятся над игроками и выставят ключи за какой-то ценник. И, возможно, некоторые ребята с удовольствием купили бы данные ключи. Особенно такие ребята, которые попали в ситуацию, подобную моей. Когда по частям... Практически там машина собрана, не хватает буквально чего-то. И, наверное, были бы, наверное, игроки, которые готовы доплатить какую-то тысячу или две голды для того, чтобы забрать себе восьмерку. Ну, давайте будем смотреть. Вот, пожалуйста, моя М-ка. Понятное дело, что если ключи сейчас выставят на продажу, я ради М-ки докупать ключи не буду. А вот что касается Шкоды, то обратите внимание, мне не хватает всего лишь, ребят, 16 частей. По большому счету, 3 везучих контейнера. Ну, вот так вот получилось. Ничего я не собрал. Пишите обязательно в комментариях, что выпало вам. И пишите, пожалуйста, собрали ли вы все ключи за все трансляции, и смогли ли вы за эти все ключи собрать себе все-таки целую восьмерку. Я стараюсь специально для вас, снимаю исключительно честные обзоры, честные видео и высказываю абсолютно честное мнение по поводу всего, что происходит в игре. Если вы это разделяете, если вам это нравится и подходит, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, потому что нам с вами, ребят, однозначно по пути. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, ну и жду вас обязательно в гости. А вам мира и, как обычно, спокойствия. Пока-пока.